Всем привет! Купили в розетке вот такую мозаику. Ну, это для маленьких деток от 2 лет. Тут, в общем, он чьи-то глаза торчат. Это у нас кролик. Кролик, да? Или заяц. Мозаик называется. Тут... Вот техно-тойс. Тут есть другие. Вот какие-то тут шаблончики. Тут что тут у нас? Вот это здесь... именно поле. Да, и вот нарисовано каких фигурок там у нас. Сколько? Да, 2 глаза и все такое. И вот что собирать. Рыбы, мэгик, рыбки и так далее. Вот здесь даже написано украинское мовение. Тут есть игрушка, мозаика. Тут есть. А, это на русском, извините. Игрушка, мозаика. А вот здесь игрушка, мозаика. О, 10 шаблонов, да? Шаблонов и тут по-английски. Ну, вот написано, что призначено для игры детям от 2 років. Что-то написано, використовувати під безпосереднім наглядом дорослих. Да. Упаковка не є іграшкою. Ну, в общем, за дітьми треба слідити. Якщо маленький ребенок. Доставай. Да. Розкривай. Ось тут у нас розкривається, цікаво. Ого. Тут целое прям большое, так. Вау. А, так вот это вот, вот оно. Оно уже собрано. Здесь просто внутри эти шаблоны, да? Я так понимаю. Вот в этом поле. Ну, если отстегнуть его, вот. И теперь можно вытянуть вот этот. Как его? Так. Да? Это ж мы отстегнули? А, вот. Вот, он вынимается. А, и внутри запчасти. А, тут есть вот. Вот шаблончики. Тут ну, есть разные как виды. Вот рекомендовали, что шаблончики очень тоненькие, да, бумага тонкая. Если ребенок маленький, он быстро их в негодность приведет. Можно сделать на цветном принтере, распечатать несколько штук, чтобы были у вас в наличии все время. А то ребенок порвет, а другой уже запасной не будет. Так несколько сделать экземпляров, дубликатов. Тут можно типа картины делать. Да, вот здесь у нас этот заяц, кролик, вот он. Цветочки. Вот он сидит, у него тут интересный такой, не знаю, что это вот такое. Попа. Как у Ким. Вот такие пазлики. Ну, давай эти снимем. И положим какую-то другую картинку. Ну-ка. Давай, снимай. Я глаза сняла. А, так они легко открываются. Да, они в таких круглых дырочках. Все одинаковые эти. Соединение. Так. Шаблончик аккуратненько снимаем, выдвигаем. Да. Так, в общем, маленьким детям, конечно, со взрослыми надо играть, потому что они шаблончик сразу придут в негодность. Ну, давай кого-нибудь соберем. А там, улитку. Я хочу улитку. Давай улитку. Улитки наши все. Так. Мы очень любим улитку. Под цветами или как? Ой, а ну, глаза ей, чтобы она смотрела сразу на нас. Где глаза? Глаза косенькие можно сделать. Можно так, в разные стороны смотрят. Там улитка вот такая вот. Можно вот такие. Вот она. Да. Косить немножко. Так. А, ну это у нас странная улитка получается. Вообще это улитки глаза вот здесь. У нас они получились в носу. Вот тут шаблон. Ну, да. Улитка жила. Ну, извините. Обидели улитку. А, тут по формам надо типа раскладывать. А вот видишь, вот тут кругленькие, тут квадратные. Ну, в принципе, можно любые сложить. А, и вот тут даже. Да, тут нарисовано вот для деток, какие именно вот эти вот пазлики мозаичные использовать. Круглые, квадраты. Ну, можно проявить фантазию и положить в другой формы. А, вот даже формы. Вот тут нарисовано. Так, тут один желтый, такой круглый. Так. Ну, да, и вот мы же сразу внимания не обратили, тут же вот нарисована форма, да? Угу. Тут квадратный. Там круглые. За щечки. Ну, маленькие дети, наверное, быстрее бы сориентировались.
мы немножко не так, как маленькие детки думаем. Уже детки постарше. Это трава, да? Вот такая улиточка. Ну вот она. Отлично. Вот. Косить немножко. Давай. Давай я их вот. Ой, ой. Глазки. Бедная улиточка. Вот. Она глаза будет смотреть вот туда назад, смотри. А? На свой хвостик. Шляпку. У улитки есть хвостик. Ну, вот. Я думаю, маленьким детям будет интересно играть. Тут вот эти вот фигурки такие крепкие, пластиковые. Так что нормально. Но вот эти поля, шаблончики. Это... Да, лучше наделать по несколько штучек. Рыбка есть. Подольше держать. Рыба, что там еще. Рак. Это кто? Кто это такой? А, это вот, наверное, гусеница. Нет, вот. Ну, кто-то непонятный, ладно. Вот наш кролик. Какой-то странный кроль. Тут цветок. О, цветочек, может, цветочек, да? Собрать. А цветочек, и это что-то, чьи глаза? Это тоже коровка. Это вот это, да? Вот она. Вот. Я хочу цветочек еще собрать. Ну, давай. Цветочек и этот воздушный шар. Ну, давай цветочек соберем, а потом уже будешь сама собирать. Вот покажем цветочек. Только тебе правильно собирай, смотри на рисунки, чтобы глаза там не оказались на боку. Вот, кладем. Ну, тут глаз таких нет, потому что тут уже вот лицо нарисовано, так скажем. Здесь только по цветам и по формочкам правильно сложить. Так, синенькие, желтенькие. Красненькие. Угу. Класс. Вот ползет кто-то там непонятный в цветочке. И вот так вот можно защелкнуть, чтобы этот пазлик, мозаичка не выпала. И вот так вот можно носить. Да, берешь за повесить ручку. Можно. Да. Только не надо выдергивать, да? Да. В общем, у нас верхняя часть цветка отвалилась. Мы сюда поставим вот что-то синее. Потом найдем красный. В общем, за ручку взял и пошел гулять. С таким планшетиком. В общем, спасибо за внимание. Рекомендуем покупать деткам от 2 лет.